Аллилуйя. Это замечательное время, которое мы будем иметь. Утром, кто из вас был, вы уже слышали великолепное слово. Аминь. Аллилуйя. И я опять имею честь вечером снова представить вам проповедника, евангелиста международного такого уровня, который, знаете, начал свое служение, когда многих из нас еще не было. Может быть, даже мы еще не были зачаты. Он уже служил Богу. И как я сказал, что 20 лет тому назад, когда мы читали некоторые книги Осборна, там, еще других проповедников, мы думали, что это что-то такое для нас недоступное. Но оказывается, нет ничего для Господа невозможного. Он сегодня среди нас. Аллилуйя! Слава Богу! И вы знаете, я не буду о нем много рассказывать. Вы, наверное, имели брошюры, проспекты, есть книги. Вы прочитаете о нем больше, потому что я не хочу забрать той славы, которая у Бога для него есть на небе. Аминь. Аллилуйя. Мы воздадим славу Иисусу за Божьего помазанника. Т.Л. Осборн, доктор, евангелист, служитель Божий. Аллилуйя. Слава Господу. И мы рады сегодня иметь в гостях такого чудесного служителя. Милости просим. Слава Богу. Давайте будем приветствовать. Those books. Когда брат упомянул про книги, my mind went back to letters I received many, many years ago. Я сразу стал вспоминать о тех письмах, которые я получал много-много лет тому назад. Precious Russian people who translated by hand the pages of those books. От замечательных русских людей, которые перевели мои книги и в рукописях их распространяли. And slipped them in secret to different people. И которые тайно передавали их друг другу. Oh boy. Hallelujah. Hallelujah. Now, сейчас, that system is dead. Эта система мертва. Jesus is alive. Иисус жив. Thank God for your mothers and fathers who slipped the message and kept the fire burning. Но слава Богу за тех отцов и матерей, которые распространяли эти книги и продолжали передавать Евангелие. And look what you have today. И посмотрите, что мы имеем сегодня. A new nation. Новая нация. A new future. Новое будущее. New hope. Новая надежда. New exploits with God. Новые взрывы Божьи. Hallelujah. Hallelujah. Вы верите? Yes. And we have I believe over 11,000 books. Is that what it is? Сейчас 14,000 books. Сейчас у нас есть 14,000 книг. We're going to give to you. И мы раздадим их вам. That's not one written by hand slipped through the crack. Это уже не рукописные книги. No. Publicly. Опубликованные. 14,000. 14,000. Oh, hallelujah. Hallelujah. The devil's in trouble. У дьявола проблемы. He's got a problem. Он столкнулся с проблемами. We're not superstitious. Мы не суеверные. We're not witches. Мы не колдуны. We're Christians. Мы христиане. We're not superstitious. Мы не суеверные. We have faith in God. Мы верим в Бога. Amen. Аминь. We're not psychologists. Мы не психологи.
We're believers. Мы верующие. We don't hypnotize people. Мы не гипнотизируем людей. The spirit of the of God comes upon people. Но Дух Божий сходит на людей. Amen. Аминь. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. This is a great week. Это будет великая неделя. Put up your hand. Поднимите свою руку. Say, Lord Jesus. И скажите, Господь Иисус. You are my Lord and Savior. Ты мой Господь и Спаситель. I love you. Я люблю тебя. Thank you that you love me. Благодарю за то, что ты любишь меня. I believe in you. Я верю в тебя. Thank you that you believe in me. Благодарю за то, что ты веришь в меня. Do something special in my life tonight. Сделай сегодня что-то особенное в моей жизни. I am ready. Я готов. My country needs me. Моя страна нуждается во мне. Feed me, Lord. Корми меня, Господь. Work your wonders of grace in my life. Совершай чудеса своей благодати в моей жизни. Then you can work them through me among my people. Чтобы ты мог совершать их через меня среди людей. That's what I'm here for. Вот для чего я здесь. To receive. Чтобы принять. So that I can give. И давать. Amen. Аминь. Hallelujah. Hallelujah. Put your hands and thank God. Давайте поаплодируем Богу. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated. Вы можете садиться. Before I speak, прежде чем я буду говорить, I want to ask Brother McNulty to come and say some things. Я хочу, чтобы вышел брат Макнолти и поделился некоторыми вещами. Brother McNulty has a vision. У брата Макнолти есть видение. I think a vision of destiny. Я думаю, что это судьбоносное видение. I think a vision that's going to help change Eastern Europe. Я верю, что это видение поможет изменить Восточную Европу. I think it's an essential vision. Я думаю, что это очень существенно важное видение. You know, for God to save nations. Понимаете, чтобы Бог спас страну. We have to find the way that we can fit together in God's plan. Мы должны найти такой путь, который подошел бы для Божьего плана. This is vast, vast territory from here to Vladivostok and to Shanghai. Отсюда до Владивостока и до Шанхая огромная-огромная территория. From Murmansk to Vladivostok. От Мурманска до Владивостока. Poland. Польша. Ukraine. Украина. All this vast country. Все эти громадные страны. God wants to reveal himself to these great nations. Бог хочет открыть себя этим великим странам. The end of the world is coming. Конец приближается. Jesus is coming. Иисус приходит. But he's not going to come before your countries know about him. Но он не придет до тех пор, пока ваша страна не узнает о нем. We can't pray, come quick, Lord, when China is in darkness. No. Мы не можем молиться, Иисус, приди скорее, когда Китай еще находится во тьме. Нет. That would be selfish. Это было бы слишком эгоистично. I say, Lord, don't come yet. Я говорю, Господь, подожди, не приходи. I'm just 74. Мне всего лишь 74 года. There's a lot I can do yet. Я еще многое могу сделать. Don't come yet. Пока еще не приходи, yeah. Господь. Да. Yeah. Isn't that the way you feel? Вы чувствуете тоже? Hallelujah. Hallelujah. So, there's got to be a way, a practical way, to contact, make contact with the people. И поэтому должен был быть какой-то практический способ, как проповедовать людям. And I think God has raised this man up, him and his wife, to give away. И я верю, что Бог поднял этого человека, его и его жену, для того, чтобы приготовить такой путь.
И теперь расскажите об этом. With us in Poland. Он был с нами в Польше. Wonderful. Замечательно. He made all those meetings possible over there. Он организовал и сделал возможными все наши собрания в Польше. So he's a co-laborer in the gospel with you and with me and with God. И поэтому он является соработником в деле Евангелия с вами и вместе со мною. Give him a hand. Давайте поаплодируем ему. Слава Богу. Well, that's a very kind greeting, Dr. Osborne. Вы очень по-доброму меня поприветствовали. It's an honor to be a co-laborer with Dr. Osborne. Доктор Осборн, это очень большая честь для меня быть названным соработником с вами. I came here from Moscow just for two nights. Я приехал сюда с Москвы всего лишь на два дня. Why did I come to the Ukraine? Почему же я приехал на Украину? Well, I love the Ukraine. Я люблю Украину. I started here in the Ukraine. Я начинал здесь, на Украине. In 1991. В 1991 году. I was looking today at your sign. Я смотрел на ваши слова сегодня здесь. And I was thinking, when I came here, the Ukraine was very gray. И я подумал, что когда я приехал сюда, Украина еще была очень неоформившаяся. And I had lots of dark color in my hair. И у меня она была такой серой, и у меня также много серых цветов в моей голове. Now the Ukraine has lots of color, and I have a lot of gray. А также теперь на Украине очень много цветов, а у меня теперь уже еще больше посидела голова. Hallelujah. Hallelujah. Ukraine's growing, prospering, and getting more colorful. Потому что Украина растет, процветает и становится цветной. Amen. About a year and a half ago, где-то полтора года назад, the Lord started to deal with my wife and I about the next step. Господь начал проговаривать ко мне и моей жене о следующем шаге. We had come here and started with a Bible school. Мы приехали сюда и начали здесь библейскую школу. I met some of the graduates from the Bible school the other day. Я встретился с некоторыми выпускниками на днях из этой библейской школы. Then we did street preaching, remember, Yuri? We did street preaching. И потом мы проповедовали на улицах, вы помните, Юрий? And then we did church planting. И потом мы насаждали церкви. And then we did leadership conferences all over the Ukraine. И потом мы делали конференции по всей Украине для лидеров. И некоторые из вас были But там. We were like, what's next, God? И мы говорили, что же следующее, Боже? And we believe that God has birthed in our heart and confirmed it through Dr. Osborne in a meeting in Belarus. И мы верим, что Господь родил это в нашем сердце и подтвердил через доктора Осборна в Белоруссии. When he challenged the churches of Belarus to go ahead and buy military tents, he thought that he was speaking to those churches, but he was speaking to Leslie and I. Когда он говорил церквям в Беларуси и бросил им вызов, что им нужно пойти и купить военные палатки, то он думал, что он говорил это им, но он говорил это нам. And so we committed to put 100 tents into Eurasia. Поэтому мы посвятили себя тому, чтобы поместить 100 палаток в бывшем Советском Союзе. Hallelujah. Hallelujah. Now, God works on both sides. И Бог работает с двух сторон. In the Primorsky Krai, в Приморском крае, Pastor Pavel, who had started 8 churches, he wrote me and he says, Kevin, he says, I had a vision. I was preaching in a tent. Do you know what this means? Пастор Павел, который начал там 8 церквей, он написал мне и сказал, вы знаете, у меня было видение, что я проповедовал в палатке. Что это обозначает? He didn't know what God had told me. Он не знал, что Бог сказал мне. And then in Bashkiria, we had our first evangelistic conference in the city right outside Ufa in Bashkiria. И потом в Башкирии у нас рядом с городом Уфа была конференция. There are 26 major cities in Bashkiria. Есть 26 основных больших городов в Башкирии. Only 7 of them have a full gospel church. И только в 7 из них есть полные евангельские церкви. They were stirred at that conference. И они были подогреты на той конференции. We have to take these other cities. Мы должны взять остальные города. Amen. Amen. And so one of them even left his position as a pastor and said, "Kevin, God is dealing with me to go into a traveling ministry to reach the cities of Bashkiria through tents." И один из них даже оставил свое служение как пастор и сказал, Кельвин, Бог меня призывает путешествовать по многим городам в Башкирии, начиная там церкви. Hallelujah. И это делать в палатках. Then in Poland last month.
И затем в Польше на прошлом месяце. In the city of Katowice, we met with a great apostle, I believe, to Poland. В городе Катовице мы встретили большого апостола, я верю, для Польши. And I had a lunch with him. И мы обедали вместе с ним. Marek Novak, you might know him. Marek Nowy, может быть, вы знаете его. And he said, Kevin, I must reach. There are 600 towns in Poland without a church. И он сказал, брат Кельвин, есть 600 городов в Польше, где нету никакой церкви. I told him I'll help him reach those 600 towns. Я должен евангелизировать их, и я сказал, что я помогу ему это сделать. I'll get him a tent and we'll go into those towns. Я дам ему палатку, мы поедем в все города. Hallelujah. Hallelujah. Now, I'm here in Poland. Итак, я был в Польше. I've been here a long time, coming back and forth. In Ukraine. И я уже долго приезжаю на Украину и уезжаю снова. And I know many of you. И я знаю многих из вас. And I know what you've done. И я знаю, что вы делаете. I know wherever I go, I meet Ukrainian pastors. И я знаю, что куда бы я ни поехала, я встречаюсь с украинскими пастырями. I know you have sent out your best. И я знаю, что вы послали самых лучших пастырей. In every city of Russia, the major city is pastored by Ukrainian pastors. И в каждом большом городе в России пастыря самых больших церквей это украинцы. Это правда. Where? It's true. И это истина. But no. You have a harvest also. Но у вас тоже есть жатва. There is no sowing without reaping. Потому что нету ничего, что вы можете пожать, не посеяв. I just come to plant this vision in you tonight. И я просто пришел для того, чтобы посеять это видение в вас сегодня. I don't know how it's going to work in the Ukraine. Я не знаю, как это сработает на Украине. But I know I'm going to give more than one tent here. Но я знаю, что я дам более чем одну палатку вам здесь. Amen. Аминь. I don't know how. I don't know to who. Я не знаю как, я не знаю кому. But I know I'm going to do it, and I know I want to work together with the churches here. Но я знаю, что я хочу это сделать, и я хочу работать с церквями здесь. And I know together we can reap the harvest of the Ukraine. И я знаю, что вместе мы сможем пожать жатву на Украине. Аминь. Аминь. I was talking with Pastor Yuri this afternoon. Я говорил сегодня с пастором Юрием днем. And he says he's got a nice big piece of property there. 2 hours south of here in the city of Cherkasy. И он говорит, что у него есть свое здание в Черкассах. Это 2 часа езды отсюда на юг. And he said that the mayor likes him. И он говорит, что он нравится мэру. Well, that's important. Это важно. The mayor went to his meeting. И мэр приходил на его служение. And told him. И сказал ему. He says, "You're doing what the government's supposed to be doing." Он говорит, вы делаете то, что должно делать правительство. Hallelujah. Hallelujah. I like that. Мне это нравится. So I believe we'll have favor in that city. Поэтому я верю, что у нас будет благоволение Божье в том городе. We'll start right there. И мы начнем оттуда. But there's a lot of cities in the Ukraine. Потому что Бог действует на Украине. You just pray. Вы просто молитесь. I'm going to leave information with Sophia at the church here. Я оставлю информацию Софии в вашей церкви. How to reach me? Как вы сможете со мной связаться? I don't know who God is dealing with. Я не знаю, кому Бог проговаривает. I have certain friends, but I know that God has got things going on otherwise that I don't know. У меня есть некоторые друзья, но я знаю, что Бог работает в сердцах других людей, которых я еще не знаю. Now I have got 2 tents right now sitting in a shipyard in Chicago. У меня прямо сейчас есть 2 палатки, которые находятся в Чикаго. В Чикаго. The churches of America have risen up and given me thousands of dollars to buy those tents. И церкви в Америке собрали тысячи долларов для того, чтобы мы могли купить эти палатки. They're coming into Moscow. И их привезут в Москву вскоре. One is for 4,000. Одна из этих палаток для 4,000 человек. The other is for 1,000. Другая на 1,000 человек. Hallelujah. 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 I believe. Я верю. Before the leaves fall, что прежде чем начнется эта осень, we will have given our first tent to the country of Belarus. Мы дадим нашу первую палатку стране Белоруссии. Hallelujah. Hallelujah. An hour ago, I received a phone call from Abakan in Siberia. И час назад мне позвонили из Сибири, Абалкана. And there is a tent there for 1,500 people. И там есть палатка на 1,500 человек. And they have
lowered their price by $10,000 and have agreed to sell it to me. И они уменьшили цену, how many dollars? $10,000. И мы уже договорились, что они продадут ее мне. So I told my wife to go ahead and accept the offer. Поэтому я сказал моей жене, чтобы она согласилась на эту цену. Hallelujah. Hallelujah. I believe. И я верю. I believe that tent is supposed to reap the harvest in Poland before the snow falls. Что эта палатка должна пожать жатву в Польше, прежде чем упадет снег. Hallelujah. Hallelujah. Now, I know God wants to do something in the Ukraine. Я знаю, что Бог хочет что-то делать на Украине. I don't know exactly what yet. Я в точности не знаю, что пока. You pray, I pray, and we'll figure it out. Но вы молитесь, я буду молиться, и мы узнаем об этом. Аминь. Аминь. I have one other announcement. И у меня еще есть одно объявление. I believe it's important. Я верю, что это важно. For women. Для женщин. How many women are here? Сколько здесь женщин есть? Hallelujah. Hallelujah. Something very historic is going to be happening in the next 2 weeks. Что-то историческое будет происходить на протяжении следующих двух недель. The first international women's conference is going to be put on in the city of Minsk, April 5th through 7th. Первая международная конференция для женщин будет проведена в Минске в августе с 5 по 7 число. This is an invitation I'm extending to the women leaders. И это то приглашение, которое я даю женщинам-лидерам. Я вижу женщину, которая здесь улыбается. Вы приедете? Yeah. I don't know who the women leaders are here. Я не знаю, кто здесь женщины-лидеры. I just sent an email today to a woman in Africa and to another one in America. You better come to Belarus to this women's conference. Praise the Lord. Я сегодня послал электронную почту женщине в Южной Америке и в Африке, поэтому вам лучше приехать на эту конференцию для женщин. The goal is to reach to loose the potential of women in Eurasia. И наша цель – это высвободить потенциал женщин в Новой Азии. Already, Евроазии. Already coming are women from the Ukraine, from Belarus, from Kyrgyzstan, from Georgia. И женщины уже приедут с Украины, с Белоруссии, Киргизстана, Georgia, нашей Грузии, Russia, России, Poland, Польши, Vietnam, Вьетнама, Cameroon, Камеруна, and USA. И Америки. Hallelujah. Hallelujah. And Natasha has encouraged every woman to, if they're coming from a different country, to wear the clothing, the robes, the dress of their own country. И Наташа ободряет всех, чтобы они приезжали в национальной одежде на эту конференцию. And they're going to have a special day and just to show off different nationalities. И у них будет особенный день, когда они покажут различные национальности и их одежду. Hallelujah. There'll be morning sessions, будут утренние служения, evening sessions, вечерние служения. And in the afternoon, the women from the different countries will have an opportunity to share with the other women. И днем женщины с различных стран смогут поделиться друг с другом. Natasha Shereva, I had the same problem you did. Shereva. Natasha Shereva. And my wife Leslie McNulty will be the main speakers. И моя жена Leslie McNulty будут основными проповедницами. But in the afternoon, all the women will have an opportunity. Но днем у всех женщин будет возможность поделиться. Hallelujah. Hallelujah. Now, what you're going to be given a free set of the teaching tapes, all the printed material, and a full list of the participants will be given to every woman. И тем, кто приедет, дадут бесплатные кассеты этого служения и также книги, books. Материалы, которым они будут учить, тоже они будут все распечатаны. Это будет дано каждой женщине. The meals are free. Бесплатная будет еда. The places to stay are free. И также то место, где вы сможете остановиться, будет бесплатным для вас. But you've got to pay your own ticket to get there. Но вам нужно заплатить за билет, чтобы приехать туда. Hallelujah. Hallelujah. That's pretty tempting. Это довольно-таки искусительно. Hallelujah. So, women leaders. Поэтому женщины-лидеры. I encourage pastors to send their
a woman representative from their church. Я ободряю пастырей послать женщину представителя от своей церкви. Men don't come. Мужчины, не приезжайте. This is for the women. Это для женщин. Just because it's free doesn't mean you can go, man. И это для вас будет бесплатно. Вы сможете приехать. All right. Хорошо. So I encourage you. God bless you. Hope you all attend. And look forward to seeing you again here. Thank Поэтому you for я вас ободряю приехать туда, да благословит вас Господь, и я с нетерпением жду следующей встречи с вами. Okay, I'm leaving. Я уеду сегодня. So Sophia from this church. Поэтому София с этой церкви. I'll be giving her telephone numbers for the contacts. Я дам ей телефоны, по которым вы сможете связаться с нами. And 10 days before the conference. Your name must be on that list. И за 10 дней до конференции ваше имя должно быть внесено в список. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. That's marvelous. It's just another sign that God is at work in the CIS. Это просто еще одно знамение, что Бог действует в Восточной Европе. Yeah. You're on the map. Вы в Божьем плане. You're on God's map. Вы на Божьей карте. And I sense a great moving of God's Spirit over your area. И я чувствую очень сильно, как Бог действует Святым Духом в вашей республике. That's why I'm meeting with the pastors on Thursday morning. Вот почему я встречаюсь со всеми пасторами в четверг утром. To talk about coming back for a big open-air mass miracle crusade in Kiev. Потому что я еще раз хочу приехать в Киев для того, чтобы произвести большую евангелизацию с чудесами и знамениями на открытом воздухе. I believe Ukraine is ready. Я верю, что мы сделаем это. I really believe Ukraine is ready. Я верю, что Украина готова. And we're going to talk to the pastors and some there will be some government people with us. Я буду говорить с пасторами, и с нами будут также люди из правительства. Thursday morning. Четверг утром. And we'll talk about the different aspects. И мы будем говорить о разных аспектах. In order to do that in this city. Для того, чтобы сделать эту евангелизацию в этом городе, we have to have freedom to print leaflets. Нам необходима свобода напечатать листовки, says, bring the sick. Которые говорили бы, приносите больных, bring the blind and the deaf. Приводите слепых, глухих людей, have faith in God. Имейте веру в Бога. Pictures on those leaflets. И там на этих листовках мы поместим фотографии. Someone that's blind healed. Как исцеляются слепые люди. Someone that's crippled healed. Как исцеляются хромые люди. We've got to have freedom to print those and deliver them to people everywhere. Мы должны a million of them. Иметь свободу напечатать миллион таких листовок и распространить их людям повсюду. And we've got to have freedom to put an ad in the paper. И мы должны иметь свободу напечатать рекламы в газетах. Come and see miracles. Приходите и посмотрите на чудеса. Приносите своих больных. Have faith in God. Имейте веру в Бога. With God all things are possible. Все возможно с Богом. Only believe. Только веруйте. Now it's funny. They'll say, "Oh, that's superstition." И кто-то, наверное, скажет: "О, это суеверие." No, that's the same faith that the Orthodox Church preaches, the same Bible. Та же самая вера. Это та же самая Библия, которая есть у православной церкви. Ask any Orthodox priest. Попросите любого православного священника. Show me your Bible. Покажи мне свою Библию. Wow, there are miracles. Miracles. Там чудеса, чудеса. There's Jesus. Там Иисус. Miracles. Чудеса. Deaf. Смерть. Blind. Слепые. Prayer. Молитва. Miracles. Чудеса. Lepers, cleansed. Очищаются. Is it superstition? Это что, суеверие? No. Нет. It's faith in God. Это вера в Бога. We've got to get that across to your government.
И мы должны довести это до вашего правительства. It's silly to call that superstition when your own Orthodox church uses the same Bible we do. Это глупо называть это суеверием, когда ваша же православная церковь использует ту же самую Библию. So, we've got to convince them. Итак, мы должны убедить их. We've got to have liberty to print those leaflets. У нас должна быть свобода напечатать эти брошюры. And the paper has got to give us, has got to let us run an ad and say, bring the people to God. Должны позволить напечатать объявление: приводите людей к Богу. We're not healers. Мы не целители. God is the healer. Бог целитель. The God of the Bible is the healer. Бог Библии целитель. We can heal nothing. Мы не можем ничего исцелить. We can pray. Но мы можем молиться. And throughout all history, God answers prayer. И на протяжении истории мы можем видеть, как Бог отвечает на молитву. That's not psychology. Это не психология. That's not superstition. Это не предрассудки. That's not witchcraft. Это не колдовство. That is simple apostolic faith in God. Это простая апостольская вера в Бога. Hallelujah. Hallelujah. And every Orthodox church has Bibles. It's full of it. И каждая православная церковь имеет Библии, которые полны чудес. I think some of them will come and sit on the platform with us. И я думаю, что некоторые из них придут и сядут на платформе вместе с нами. They believe the same Bible we believe. Потому что они верят в ту же Библию, что и мы. Then we've got to be able to do something else. И затем мы должны иметь свободу сделать что-то еще. We've got to be able to show a documentary of these miracle crusades on television in prime time. Показать на телевидении в самое пиковое время документальные фильмы, которые говорят о чудесах. Got to do it. Мы должны сделать это. I believe we can. И я верю, мы сможем сделать это. Hallelujah. Hallelujah. Pray for that. Молитесь об этом. And then we've got to go to the head of the medical institution. Затем мы должны обратиться в Министерство здравоохранения. We've got to show them lots of pictures. Мы должны показать им множество фотографий. We've got to talk to the top. И мы должны поговорить с самыми главными людьми в Министерстве. Here's what we've seen in 80 different countries. И мы скажем им: вот то, что мы видели в 80 разных странах. Here's what we want to do here. Вот то, что мы хотим сделать здесь. We cannot heal anyone. Мы не можем исцелить никого. We have no power. У нас самих нет никакой силы. We will not touch anyone. Мы не будем касаться никого. We will simply preach the Bible. Мы будем просто проповедовать Библию. And pray to God. И молиться Богу. God will do the healing. И Бог будет целителем. But he will do it. Он сделает это. And then we're going to say to the medical, to the heads of the medical institution. И затем мы скажем возглавляющим Министерство здравоохранения. When we do that, когда мы будем делать это, we don't want you going to the paper and saying we are superstitious. Мы не хотим, чтобы вы потом в газетах писали, что мы занимаемся различными суевериями. We're coming to you first. Потому что мы приходим к вам прежде We're всего. Preaching and praying. Мы проповедуем и молимся. If there are miracles, и если происходят чудеса, don't blame us. Не вините за это нас. Blame God. Вините Бога. That's what has to happen. Вот то, что должно произойти. And then if the medical profession will understand that, и затем, если возглавляющие Министерство здравоохранения поймут это and leave us alone, и оставят нас в покое, we'll leave them alone. We want them to leave us alone. Мы оставляем их в покое и хотим, чтобы они оставили нас в покое. Then we have to go to the police. Затем мы должны обратиться в полицию. To the top of your national security. Обратиться к тем, которые возглавляют ваше Министерство национальной безопасности. We have to show them all of these big crowds from all these countries. И мы покажем им большие фотографии толп людей со всего мира. And say, now, do you have freedom?
И мы спросим, есть ли у вас свобода? All these other countries do. Во всех этих остальных странах есть свобода. What about the Ukraine? Что касается Украины? Do you have religious liberty? Есть ли у вас свобода вероисповедания? We want the police to know. И мы хотим, чтобы возглавляющие полицию знали. We're not healers. Мы не целители. We're not hypnotists. Мы не гипнотизеры. We're not witch doctors. Мы не колдуны. Oh boy. That's so funny. Это так забавно. We're preachers. Мы проповедники. We pray. Мы молимся. There's a God. Есть Бог. He can do anything. Он может сделать что угодно. Hallelujah. Hallelujah. Is that strange? Это что, странно? Do you have to explain that? После того, как мы объясним все это, no, come on. Нет, давайте. 1998. Уже 98 год. The whole world is having miracle revival. По всему миру происходит пробуждение чудес. Ukraine's gonna have it. И в Украине оно должно иметь место. But we've got to talk to your security people. Но мы должны поговорить с людьми, возглавляющим национальную безопасность. You know. They say, "Oh, you got a crowd. Maybe you're going to make a problem." Потому что они скажут: "О, вы соберете толпу. Может быть, возникнет проблема." In 80 countries, there's never been a problem. В 80 странах не возникало никаких проблем. Why would there be a problem in Ukraine? Почему это будет проблема на Украине? No. Нет, no problem. Мы не проблема. A blessing. Мы благословение. A blessing. Благословение. Blessing. Благословение. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! So we'll have to get them pictures together. Итак, мы соберем все эти фотографии, so they can see. Чтобы они могли посмотреть. And we'll have to talk to them. Затем мы поговорим с ними. Meanwhile, you pray for them. А тем временем вы молитесь за них. Yeah. I believe God has their hearts prepared. И я верю, что Бог уже приготовил их сердца. We're not the only ones working on this. God is the one. Потому что не мы делаем это, Бог делает это. He's the one that's interested. Он тот, кто заинтересован в этом. What's in it for me? Что в этом для меня? I'm an old man. Я старый человек. What in the world do I want to come across the world to Ukraine for? Для чего, с какой стати мне приезжать на другой конец мира в Украину? I've got a nice home in Oklahoma. У меня есть красивый дом в Оклахоме. I've got roses. И у меня растут розы в I've саду. Got a garden. В моем саду. I've got a piano. У меня пианино. I've got my desk. У меня мой рабочий стол. My computer. У меня мой компьютер. I'm a writer. Я писатель. I publish in 132 languages. Меня публикуют на 132 языках. I've been 55 years on the road doing this. Я уже занимаюсь этим 55 лет. I want to go back to Tulsa. I don't want to come to Kiev. Я хочу обратно в Талсу. Я не хочу приезжать в Киев. My piano's not here. У меня нет с собой моего пианино. What's in it for me? Что есть в этом для меня? I'm a preacher. Я проповедник. I love people. Я люблю людей. I'm a preacher. Я проповедник. I pray. Я молюсь. Can you blame me if God answers my prayer? Можете ли вы винить меня, если Бог отвечает на мои молитвы? Is it superstition when God answers prayer? Это что, суеверие, когда Бог отвечает на молитвы? Is it witchcraft when God answers prayer and heals a poor person? Колдовство, когда no. Бог отвечает на молитвы и исцеляет бедного, несчастного, больного. It's love. Это любовь. It's love. Это любовь. It's love. Это любовь. Has Ukraine got liberty for love? Есть ли на Украине свобода для любви? You've had plenty of hate. У вас много ненависти. You've had war. У вас были ненависти. It's time to give love a chance. Но теперь время дать возможность Don't любви. Call it witchcraft. Не называйте это колдовством. It's love. Это любовь. Hallelujah. 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 Amen. Аминь.
So you be praying about that. И поэтому молитесь об этом. I didn't think I'd ever do that anymore. Я никогда не думаю, что я буду делать это в будущем. I've done 55 years of it. Я уже проводил евангелизации 55 лет. I don't like to do that. Мне не нравится больше That's заниматься not easy этим. To do. Это очень нелегко. But when I got here, Но когда я приехал сюда, and saw you, и когда я увидел and вас, saw your city, когда я увидел ваш and город, heard you talk, когда я услышал, как and вы говорите, felt of your spirit, я почувствовал ваш дух, and I was received by your government, и я был принят вашим правительством, like a VIP at the airport. Там, в аэропорту, как очень важная персона. And I met a whole group of... Yeah, да, yeah. Да. Yeah. Да. And I met a whole group of wonderful different representatives of different parts of government. И я встретился с замечательной группой людей, которые были люди из парламента и правительства. And I felt nothing but kindness. И я не видел там ничего, как только любовь. Positive response. Очень положительное отношение. Understanding. Понимание. Interest. Интерес. Courteous. Любопытство. Well, all these things together make me realize the Ukraine is ready for God for these last days. Все это дало мне понять, что Украина в эти последние дни готова для Бога. Hallelujah. That's what I believe. That's what I believe. That's what I believe. Hallelujah. Hallelujah. That's what I believe. So you pray for that. И поэтому вы молитесь об этом. And we'll do the best that we can. Мы делаем самое лучшее, что только можем. Now, what about tonight? Итак, что же мы будем делать сегодня вечером? This is the second of seven sessions. Это второе из семи серий собраний. On the subject, the Christ connection. Которое мы озаглавили «Связь Христа». Based on the first sentence in the book of Acts. Которое мы базируем, это учение на первом предложении из книги «Деяний апостолов». Now, why is that significant? Почему это очень важно? Because, look here. Потому что посмотрите сюда. Here are four accounts of the life of Jesus. Здесь мы видим четыре описания жизни Иисуса. And here begins the life, the lives of his followers. А здесь начинается описание жизни его последователей. So, the ministry of Jesus, и поэтому служение Иисуса, in the body of a Jew, в теле иудея, it comes to an end, подходит к концу. But that same ministry is raised from the dead, но то же самое служение восстало из мертвых, and it continues in the lives of ordinary people like you and me. И продолжается в жизни обычных людей, как я и как вы. Now that's powerfully important. И это очень и очень важно. So there where their ministry, where his ministry meets their ministry. И поэтому здесь мы видим, как его служение соприкасается с их служением. There's one sentence that connects it all. Есть одно предложение, которое связывает их. And I want you to read it together out loud. И я хочу, чтобы вы вместе прочитали первое предложение Деяний апостолов. The first four verses of the Acts. Первые четыре стиха первой главы. I want you to read it in concert. Я хочу, чтобы вы все вместе одновременно Good. Прочитали. Я буду читать, и вы читайте вместе со мною. Read it slow so they can read with you. Первую книгу написал я тебе, Феофил. No. Together. Вместе будем читать. Вместе. Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами, в
продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. That's the connection between Jesus' ministry and our ministry. Это связь между служением Иисуса и нашим служением. Lesson number one. Урок номер один. All that he began to do and say. Все то, что он начал делать и говорить. He's our model. Он наша модель. Lesson number two. Урок номер два. Until the day he was taken up. До того дня, когда он был взят. Our inspiration. Наше вдохновение. After he, by the Holy Ghost, gave commandment. После того, как он Духом Святым дал повеление. That's his mandate to us. Это его мандат к нам. Fourth. Четвертое. He commanded the ones whom he had chosen and sent forth. Он заповедал тем, которых он избрал и которых поставил. That's action. Это действие. Action. Действие. Action. Действие. Number five. Номер пять. He showed himself alive by many infallible proofs. Которым он явил себя живым со многими неоспоримыми свидетельствами. Credibility. Это наша достоверность. Credibility. Достоверность. Sixth. Шестое. He was seen of them 40 days talking about the kingdom of God. Он являлся им 40 дней, говоря о Царстве Божьем. Our legality in God's work. Наша законность в Божьей работе. We are legal. Мы законны. Powerful. Это могущественно. Seventh. Седьмое. Don't depart till you receive the promise. Не уходите, пока вы не получите обещанного. Experience. Опыт. Переживание. Everything else is empty if you don't experience it. Все пустое, если вы не имеете переживания. Everything else becomes theory if you don't experience. Если вы не имеете переживания, все остальное становится просто теорией. So the first service. И поэтому на первом служении. What key unlocks the miracle life? Мы говорили о ключе, который открывает жизнь чудес. The key is Jesus. Этот ключ – Иисус. Question for tonight. Вопрос, который мы будем обсуждать сегодня вечером. What makes the Christian faith more than just a religion? Что делает христианство большим, чем просто религия? I'm going to answer that tonight. Мы ответим на него сегодня. Tomorrow morning. Завтра утром. What brings out God's best in us? Что раскрывает лучшее от Бога в нас? Hallelujah. Hallelujah. And tomorrow night. И завтра вечером. What happens when we discover how much God trusts us? Что происходит, когда мы узнаем, как сильно Бог доверяет нам? And the next meeting. И на следующем собрании. What makes our Christian witness believable? Что делает наше христианское свидетельство достойным веры? And the sixth lesson. И седьмой, шестой урок. How does Jesus function in the Ukraine today? Как Бог действует на Украине сегодня? And the seventh and final lesson about our experience. И седьмой, последний урок о нашем опыте, переживании. How big can possible be in you? Насколько велико то, что возможно в вас? Say hallelujah. Скажите аллилуйя. Now we're talking about the continuation
of the Jesus ministry through us. Мы говорим о продолжении служения Иисуса через нас. The Holy Spirit was upon them. Дух Святой был на них. На нём. But after the resurrection, the Holy Spirit is within us. Но после воскресения Дух Святой в нас. Christ was with them. Христос был с ними. But after the resurrection, he is in us. Но после воскресения он в нас. The Jesus of yesterday, Иисус вчерашнего дня, becomes the living Christ of today. Становится живым Христом дня сегодняшнего. Jesus, who began in one person, a Jew, Иисус, который начал в одном человеке, в еврее, continues today in all believers, Ukrainians. Продолжает сегодня во всех верующих, украинцах. You believe that? Вы верите в это? Tonight we're focusing on that little part until the day he was taken up. Сегодня мы хотим концентрироваться на этих словах до того дня, когда он был взят. Our inspiration. Наше вдохновение. We look at him. Мы смотрим на него. We study him. Мы изучаем его. We ponder him. Мы размышляем о нем. And he turns the light on inside И of us. И он зажигает свет внутри We нас. Are inspired. Мы вдохновлены by his example. Его примером. You believe that? Вы верите в это? Now, the inspiration вдохновение, of Jesus. Вдохновение Иисуса. His impact upon our life. Его воздействие на нашу жизнь. Jesus came, as we taught this morning. Как мы говорили об этом сегодня утром, Иисус пришел. He showed us God. Он показал нам Бога. You understand that? Вы понимаете это? See, when you understand this, the whole Bible will be simple. Когда вы понимаете это, вся Библия становится простой для вас. This morning our lesson was. Сегодня утром у нас был урок. Jesus is our model. На тему Иисус наша модель. Because he's the only person who ever showed us God. He's the one who came to show us God in the flesh. Потому что он единственный, кто показал нам Бога. Он пришел для того, чтобы явить нам Бога во плоти. Moses didn't. Моисей не сделал этого. Abraham didn't. Авраам не сделал этого. Jacob didn't. Иаков не сделал этого. Elijah didn't. Илия не сделал Samuel этого. Didn't. Самуил не сделал Joshua этого. Didn't. Иисус Навин не сделал Daniel этого. Didn't. Даниил не сделал этого. David didn't. Давид не сделал The этого. Prophets didn't. Пророки не сделали None этого. Of them showed us God. Никто из них не явил нам Бога. The Bible says, Библия говорит, The law was given by Moses. Закон был дан Моисеем. The law. Закон. But grace And truth came by Jesus Christ. Но благодать и истина пришли через Иисуса Христа. When Jesus came, когда пришел Иисус, he was the first human person who ever lived on this planet since Adam and Eve, который жил на этой планете со времени Адама и Евы, whose mission was to reveal God. Миссия которого заключалась в том, чтобы открыть Бога. When we saw Jesus, we saw God. Когда мы видели Иисуса, мы видели Бога. But now, но сейчас, here's what I want you to understand. Вот что я хочу, чтобы вы поняли. Get a picture of human society in that epoch. Появится картина человеческого общества в ту эпоху. Everybody had religion. У всех была своя религия. They thought they knew God. Они думали, что они знают Бога. But they didn't know him. Но они не знали его. They practiced their religion. Они практиковали свою религию. It was a bloody, smoky ritual. Это были дымные и кровавые ритуалы. Some folks still want to have smoke in their ritual. Некоторые люди еще по-прежнему хотят иметь дым в своих ритуалах.
It was a bloody, smoky ritual. Это были дымные и кровавые ритуалы. They liked it. Им это нравилось. They didn't want to change. Они не хотели меняться. They were happy with it. Они были счастливы, имея это. What's new? Что нового? People can have dead religious rituals. У людей могут быть мертвые религиозные ритуалы. They like it. Им это может нравиться. They don't want anything else. И они не хотят ничего другого. You try to tell them something else, they'll say you're superstitious. И когда мы пытаемся говорить им что-то другое, они говорят: о, это твои предрассудки. They're happy. Они счастливы. In a dead religion. Имея мертвую религию. No miracle. Никаких чудес. No power. Никакой силы. No changed life. Никаких измененных жизней. Ritual. Ритуалы. What's new? Что нового? Now I want to read a verse to you. Я хочу прочитать вам место Писания. Let me say this first. Но позвольте мне вначале сказать. Jesus came for two purposes, for three purposes. Пришел ради трех целей. Three principal purposes. Ради трех основных целей. Never forget this. И никогда не забывайте об этом. Number one. Номер один. He came to show us God. Он пришел, чтобы показать нам Бога. If you want to write something down, write these three. Если вы хотите что-то записать, то запишите это. And study and pursue these three ideas. Изучайте и размышляйте над этими тремя идеями. Number one, he came to show us God. Номер один, он пришел, чтобы показать нам Бога. Young people, get this, and you'll understand the Bible. Молодые люди, поймите это, и вы поймете всю Библию. Number two. Номер два. He came to show us us. Он пришел, чтобы показать нам нас самих. Let that soak in. Это нормально. He came to show us how we can be. Он пришел, чтобы показать нам, какими мы можем быть. Now, after that, после этого, then he changed roles. Он изменил роль. And he came to give his life a ransom to redeem us from Satan and restore us to God. Он пришел, чтобы отдать свою жизнь для того, чтобы выкупить нас из власти дьявола и восстановить нас в общении с Богом. So he came. Итак, он пришел. As the Lamb of God, как Агнец Божий, который берет на себя грех мира. He came to die for us. Он пришел, чтобы умереть за нас. Now, why did he come to die for us? Почему он пришел, чтобы умереть за нас? Because we were in sin. Потому что мы были во грехе. Everybody had sinned. Все согрешили. The Bible says, all have sinned and come short of the glory of God. Библия говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Everybody had sinned. Все согрешили. The soul that sins shall die. Душа согрешающая умрет. The wages of sin is death. Наказание за грех – смерть. Everybody had sinned. Все согрешили. Therefore, everybody must die. И поэтому все должны умереть. Would that give God pleasure? Доставило бы это Богу удовольствие? No. Нет. The Bible says. Библия говорит. He has no pleasure in the death of those who die. Ему не угодна смерть умирающего. Another verse. Иными словами. He's not willing that any should perish. В другом стихе написано, он не желает, чтобы кто погиб. Everybody should come to repentance. Но чтобы все пришли к покаянию. Come to him and be saved. Чтобы они пришли к нему и были спасены. Now, back to the question. Мы возвращаемся к нашему вопросу. Why did he die for us? Для чего же он умер за нас? Moses didn't die for us. Моисей не умер за нас.
He killed lots of bulls and goats. Он убил много тельцов и козлов. And they had lots of rituals and ceremonies. И у него было много ритуалов и церемоний. None of the prophets could lay down their life for us because they themselves were sinners. Никто из пророков не мог отдать свою жизнь за нас, потому что они сами были грешники. Understand this. Понимаете это? Everybody lived in sin. Все жили во грехах. But they had a ceremony, a ritual, by which they could have a little identity with God. Но у них были ритуалы, церемонии, которыми они хотя бы немного каким-то образом отождествляли себя с Богом. See, think about this. Подумайте об этом. God wants to be with His people. Бог хочет пребывать со своими людьми. In His people. В своих людях. Understand this. Понимаете? You are created like God. Вы созданы подобными Богу. In God's image. По Божьему образу. In God's likeness. По Божьему подобию. And God's dream is. И Божья мечта заключается в том. To live in you and be your life. Чтобы жить в вас и быть вашей жизнью. He's spirit. Он есть дух. You are flesh. Вы есть плоть. He will live in you. Он будет жить в вас. And do His creative work through you. И исполнять свою творческую работу через вас. He created Adam and Eve. Он создал Адама и Еву. He breathed into them. Он вдохнул в них. They became a living soul. И они стали душою живою. God imparted Himself to them. Бог передал самого себя в них. But their relationship had to be based on mutual trust. Но их взаимоотношения должны были быть основаны на взаимном доверии. God said, "Look, Adam and Eve." Бог сказал: "Посмотрите, Адам и Ева. I love you. Я люблю вас. You're beautiful. Вы прекрасны. We're going to have great times together. И у нас будет замечательная жизнь вместе. I've created this planet for you. Я сотворил этот мир для вас. Oh, what dreams God has! Какие мечты есть у Бога! But let's have this understanding. Но давайте будем иметь его понимание. I'll always trust you. Бог сказал, я всегда буду доверять вам. And I want you to always trust me. И я хочу, чтобы вы всегда доверяли мне. And we'll do great things together. И вместе мы будем совершать великую работу. Okay. Хорошо. Satan didn't like it. Но дьяволу это не понравилось. Satan is jealous. Дьявол был ревнив. He's been cast out of heaven. Он был изгнан с неба. Because he's jealous of God. И поэтому он ревнив в отношении Бога. He wanted to take over from God. Он хотел стать Богом. He was cast out of heaven. И он был изгнан с неба. A third of the angels with him. И треть ангелов вместе с ним. Think about that. Подумайте об этом. A third of the angels agreed with him, let's take over from God. Третья часть ангелов согласилась с дьяволом. Давайте превозможим Бога. They were cast out. И они были изгнаны. Become evil spirits. Они стали злыми духами. And that's our problem today. И это наша проблема сегодня. Satan said. Дьявол говорит. We can't have this. Мы не можем иметь это. Not only is God our problem. Теперь не только Бог наша проблема. But now he's reproduced himself. Теперь он воспроизвел самого себя. I can't let this happen. Я не могу этого позволить. Satan knows God is a faith God. Дьявол знает, что Бог — это Бог веры. Ага. Ага. I know what God said to him. Я знаю, что сказал им Бог. He said, "Don't eat that one tree." Он сказал, не ешьте от этого дерева. In the day that you eat that, you'll die. В день, когда вы вкусите от этого дерева, вы умрете. He comes in the form of a serpent. Итак, он приходит в виде змеи. And comes into the garden. Он приходит в сад. Says, "Hey." И говорит, послушайте. See that tree? Видите это дерево? Ain't it beautiful? Не правда ли оно прекрасно? It'll make you smart. Вы станете мудрыми. You'll eat it. Если вы вкусите. No, they said, no. Они сказали, нет. God said, if we do that, we'll die. Бог сказал, если мы сделаем это, мы умрем. He said, you will not die. Дьявол сказал, нет, не умрете. Oh. Oh. Yeah, it does look good. Oh, не правда ли, выглядит неплохо. I'd like to be smart. И мне хочется быть мудрым. They ate it. И они съели.
And God comes walking in the garden. И Бог пришел в сад. Where are you? Где ты? Oh, we were afraid. О, мы испугались. See where fear came from? Понимаете, откуда приходит страх? Ashamed. Стыд. Afraid. Они стыдились. The whole world is still afraid of God. И весь мир по-прежнему боится Бога. They don't know that God has reconciled us to Himself. Они не знают, что Бог примирил нас с собою. But in their sin. Но в своих грехах, disobeying God, не послушаясь Богу, their appetites turned evil. Их вкусы стали злыми. They live in fear. И они живут в страхе. They live in darkness. Они живут во тьме. They live in temptation. Они живут в искушениях. They live in cruelty. Они живут в жестокости. And hatred. Ненависти. And murder. И убийстве. And evil. И зле. And their whole system is poisoned. И вся эта система удовлетворяет. Это poison. Poisoned, yeah. И вся их система стала отравленной. Poisoned by evil. Отравленной злом. Why do I say poison? Почему я говорю отравленной? Because we are created in God's image. Потому что мы созданы по образу Божьему. And our human flesh is not made to hate. И наша человеческая плоть не создана для ненависти. Or fight. Или для драк. Or envy. Или для зависти. It kills us. Это убивает нас. It's slow. Progressive death. Это медленная прогрессирующая смерть. Can I tell you something? Могу я вам сказать что-то? You know it. Вы знаете об этом. Your scientists here know this. Особенно те, которые занимаются наукой, знаете об этом. In the last 2-3 decades. Последние 2-3 десятка лет. They have discovered. Открыли. That the brain is a gland. A gland. Okay, what's a gland? A gland is a part of your body that secretes stuff. I don't know how to describe it. A gland. What's a gland? Что мозг, разум является железой. You got that straight? You know what it is? It secretes something. Yes, I understand. You've got a gallbladder. You've got a gallbladder. Как у вас есть железы в теле? That's a gland. Которые выделяют что-то. You understand? Вы понимаете? They never thought of the brain as being a gland. И о мозге никогда не думали раньше именно таким образом. Scientists have discovered. И ученые открыли. The brain is our principal gland. Что мозг является самой основной железой. And it has the power to create and secrete solutions. Chemicals. И у него есть сила выделять вещества, химические вещества. Chemicals. Вещества. Chemicals. Химические вещества. What we're made out of. То, из чего мы сделаны. The earth. Земля. Chemicals. Химические вещества. Our body is constituted of chemicals. И наше тело состоит из различных химических веществ. The brain creates chemical secretions. И наш мозг является железой, которая выделяет различные химические вещества. And the brain is constantly secreting into our system. И эти химические вещества, выделяемые мозгом, постоянно переходят в различные органы нашего тела. And when we're happy, и когда мы испытываем and радость, we have peace, когда мы испытываем мир, our brain secretes nice stuff that makes us healthy. Наш мозг выделяет такие вещества, которые способствуют нашему здоровью. That's what we're created for. Для этого мы были сотворены. You and I are created in the image of God. Вы и я были созданы по образу Божьему. God is love. Бог есть любовь. We are the creation of love. И мы являемся творением любви. We are the reproduction of love. Мы являемся воспроизведением любви. Our system is made for love.
И наша система, наш организм создан для любви. For peace. Для мира. For happiness. Для счастья. For joy. Для радости. For smiles. Для улыбок. For contentment. Для удовлетворения. We're made for this. Мы созданы для этого. But now Satan has come in. Но сейчас дьявол пришел. And caused us to disobey God. И сделал так, что мы не повиновались Богу. Adam and Eve disobeyed God. Не повиновались Богу. They said we were afraid. И они сказали, мы испугались. We were afraid. Мы испугались, мы убоялись. They had to be separated from God. Их необходимо было отделить от Бога. They walked off into the darkness. И они ушли во тьму. To be forever separated from God. Чтобы быть навеки отделенными от Бога. To be the slaves of Satan who lied to them. Чтобы стать рабами дьявола, который солгал им. And so humanity has lived and died for generation after generation. И поэтому поколение за поколением человечество жило во тьме. Did you know that? Вы знали об этом? He said, if you sin, you die. Он сказал, если вы согрешите, вы умрете. Eat that fruit, you'll die. Если вы вкусите от этого плода, вы умрете. From the day they partook of that fruit. И с того дня, когда они вкусили от этого плода, death began to work in them. Начала действовать в них. And the law of death is at work in all people who are not born again. И закон смерти действует во всех людях, нерожденных свыше. You understand that? Вы понимаете это? Death is at work. Смерть действует. Every sin you commit. Всякий грех, который вы совершаете. Something else in you dies. Во время всякого греха что-то внутри вас умирает. Our body. Наше тело. Our system. Наша система is not able to sustain sin and stay alive. Не способна иметь в себе грех и оставаться живой. It dies early. Она умирает очень рано. Did you know that? Вы знали об этом? When we think anger, когда мы думаем и гневаемся на кого-то, and hatred, когда мы ненавидим, and vengeance, когда мы думаем об отмщении, and envy, когда мы завидуем, or any of those evil emotions, или когда мы имеем какие-то эти злые эмоции, scientists have proven, но ученые доказали, it sets the brain into action, это приводит мозг в действие, and it secretes poison into the system. И мозг начинает вырабатывать ядовитые вещества, которые распространяются по всему телу. And it kills us. И это убивает нас. Sets up arthritis. Ну, у человека начинается артрит. Sets up rheumatism. У человека начинается ревматизм. Causes tumors. Появляются опухоли. Makes cancers develop. Появляется рак. The brain secreting poison into the system that was made for love. Мозг вырабатывает яд, который приходит в тело, созданное для любви. We talk about being saved, being supernatural. Мы говорим о том, что спасение сверхъестественное. Actually, no. Но на самом деле это being не так. Being saved is the most natural thing in this world. Спасение – это самая естественная вещь в we этом мире. We are created for love. Потому что мы созданы для we любви. We are created for salvation. Мы созданы для спасения. Our bodies vibrate beautifully when we're saved. Наше тело становится прекрасным, когда мы спасены. We are made to walk with God. Мы созданы, чтобы ходить с Богом. It is natural for us to be hooked up это with God. Это естественно для нас быть соединенными с Богом. It is foreign for us to be separated from God. Это неестественно для нас быть отделенными от Бога. God and us are made to be together. Бог и мы созданы для того, чтобы быть вместе. But sin raised a wall between us and God. Но грех возвел стену между нами и Богом.
Everybody sinned. Все согрешили. Death at work in everybody. Смерть действует во всех. No way to get rid of it. Мы не можем избавиться от этого. So what? И поэтому что? I want to read you this verse. Я хочу прочитать вам место Писания. It's a little short verse, but it's got so much in it. Это маленькое место Писания, но в нем так много сказано. Mark chapter 1, 14 and 15. Марка, 1 глава, 14 и 15 стихи. Never, this is a summary of the life and purpose of Jesus Christ. Это место суммирует жизнь и служение Иисуса Христа. Jesus came into Galilee. Иисус пришел в Галилею. Preaching the gospel of the kingdom of God. Проповедуя Евангелие Царствия Божия. Now this week you're going to understand what that is. На этой неделе вы поймете, что это значит. And here's the way he preached this gospel. И вот как он проповедовал это Евангелие. Verse 15. 15 стих. Saying. Говоря. Now this is the substance of the gospel message. Это суть вести Евангелия. No more, no less. Ни больше, ни меньше. Preach this, you got power. Проповедуйте это, и у вас будет сила. Preach this, you can save the world. Проповедуйте это, и вы спасете мир. And I am always so sorry for so many preachers that never preach this. И мне так жаль, что многие проповедники так никогда и не проповедуют об этом. Here's what Jesus said. Вот что говорил Иисус. I preached this morning, he's our model. Я проповедовал сегодня утром, что он наша модель. We're interested in what he began to do and teach. Мы продолжаем то, что он начал делать и учить. Tonight we're inspired by the way he did it until he went to heaven. Сегодня мы вдохновлены тем, что он сделал, когда он пошел на небеса. How did he preach this gospel? Как вы проповедуете это Евангелие? Four statements. Четыре высказывания. The time is fulfilled. Исполнилось время. Number one, the time is fulfilled. Номер один, исполнилось время. Number two. Номер два. The kingdom of God is at hand. Приблизилось Царствие Божие. Number three. Номер три. Change your mind. Измените свое мышление. Number four. Номер четыре. Believe the gospel. Веруйте в Евангелие. That's the whole thing. Это все. Everything in the New Testament is right there in those four. Все в Новом Завете сконцентрировано в этом. Now what does it mean? Что это значит? Let me try to make it clear to you. Позвольте мне попытаться ясно изложить. He came preaching the gospel of the kingdom of God. Он пришел проповедуя Евангелие Царствия Божьего. What is the kingdom of God? Что есть Царство Божие? Let me tell you. I wish he wouldn't have used that word. Мне бы очень хотелось, чтобы не использовали это слово. Когда я приду на небо, я скажу: Господь, ты не должен был использовать это слово. Because people always interpret it politically. Потому что люди всегда начинают толковать это политически. Kingdom of God. Царство Божие. We're going to run the government. Мы будем возглавлять правительство. Stupid. Это глупость. No. Это глупость. No. Нет. We're not going to... No, Christianity is not government. Христианство — это не правительство. Christianity is a spiritual life. Христианство — это духовная жизнь. You understand? Вы понимаете? But they used that word, and I'm going to ask him, what in the world did you use that word for? Они использовали это слово, я спрошу Господа, почему они использовали это слово. But anyhow, he came preaching the gospel of the kingdom of God. Итак, он пришел, проповедуя Евангелие Царства Божия. What is the kingdom? Что такое царство? Remember these five statements. Помните эти пять высказываний. Maybe it'll help you to know. Может быть, они помогут вам знать. Number one. Номер один. God created this world. Бог сотворил этот мир. Number two. Номер два. God owns this world. Богу принадлежит этот мир. Right? Правильно? Number three. Номер три. God has a right to rule this world. У Бога есть право владычествовать в этом мире. Right? Да? Number four. Номер четыре. God wills to rule this world through people like you and me. Желает царствовать в этом мире в таких людях, как и вы и я. Number five. Номер пять. That is his kingdom on earth. Это его царство на земле. That's it.
Вот и все. It's so simple. Это очень просто. You understand that? Вы понимаете это? We're talking spiritual world. Мы говорим о духовном мире. Hallelujah. Hallelujah. So he said. И так он сказал. He came preaching the gospel of the kingdom of God. Он пришел, проповедуя Евангелие Царствия Божия. He came preaching. Он пришел, проповедуя. That there's going to be a way for God to come into human lives and bless them and live in them. Что будет такой способ для Бога прийти в жизнь человека и благословить его и жить в нем. Kingdom of God. Царство Божие. Reign of God. Владычество Бога. Realm, realm, realm of God. Божья сфера влияния. Domain of God. Божье владение. Where does God reign? Где Бог царствует? Where is God in charge? Где Бог возглавляет все? In me. Во мне. I'm a believer. Я верующий. He lives in me. Он живет во мне. He lives in me. Он живет во мне. Paul said, Jesus said, the kingdom of God is in you. Иисус сказал, царство Божие внутри вас. Paul said, the kingdom of God is not meat and drink. И Павел сказал, царство Божие не пища и не питье. But it's righteousness. Но праведность. And peace. Мир. And joy. И радость in the Holy Ghost. Во Святом Духе. Isn't that simple? Не правда ли это просто? The kingdom of God. Царство Божие. God at home in me. Бог имеет свой дом во мне. God setting up His king, His reign, His domain in me. Бог устанавливает свое правление, свое владычество во мне. His kingdom of joy. Его царство радости. And peace. И мира. And righteousness. И праведности. And holiness. И святости. And goodness. И благости. And love. И любви. And life. И света. That's His kingdom. Это Его царство. It's in me. Оно во мне. I'm full of it. Я полон его. I'm full of it. Я полон его. Hallelujah. Hallelujah. That's why I'm so healthy. Вот почему я так счастлив. My brain is always secreting good stuff. Мой мозг постоянно вырабатывает хорошие вещества. Hallelujah. Hallelujah. It keeps me happy. Вот вы счастливы. I'm happy. Я счастлив. I'm peaceful. Я полон мира. I love flowers. Я люблю цветы. I love music. Я люблю музыку. I love people. Я люблю людей. I'm happy. Я счастлив. I'm an old man. Я старый человек. I'm in good health. У меня хорошее здоровье. I'm happy. И я счастлив. I have peace. У меня есть мир. God's kingdom is in me. Божье царство во мне. I have believed the gospel. Я поверил в Евангелие. Hallelujah. Hallelujah. You believe it? Вы верите в это? Now listen to it. Но заметьте, he came preaching the gospel of the kingdom. Он пришел, проповедуя Евангелие Царства. And here's the way he preached it. И вот как он проповедовал его. Number one, the time is fulfilled. Номер один, исполнилось время. The time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Now what's he saying there? То, что он говорил. He's saying, look. Он говорил, смотрите. All these generations, people have been separated from God. Все эти предыдущие поколения люди были отдалены от Бога. But the time is fulfilled. Но время исполнилось. We're right at the door with the kingdom of God. Мы стоим прямо у двери Божьего царства. He didn't tell them this. Он не говорил им об этом. But here's what he knew in his heart. Но то, что он знал в своем сердце. I've come. Я пришел. I'm the Lamb of God. Я Агнец Божий. That will take away the sins of the world. Который берет на себя грех мира. Everybody's in sin. Все были во грехе. And they've been offering animals all these centuries. И все эти столетия они приносили в жертву животных. That will never take away their sins. Но это никогда не было способно избавить их от греха. They bring their offerings and come and они приносили свои жертвы, делали определенные ритуалы. But it don't take away their sins. Но это не удаляло их грехи. And God has not been able to come and live in them. И Бог не мог прийти и жить в них. But I've come.
Но я пришел. I'm the Lamb of God. Я Агнец Божий. And I'm going to go to the cross. И я умру на кресте. And they're going to kill me. Они убьют меня. And I'm going to shed my blood. Я пролью свою кровь. As a ransom for the whole world. Как выкуп за весь мир. And I'm going to lay down my life. И я положу свою жизнь. And I'm going to die. И я умру. And when I die, и когда я умру, my blood will be shed for the remission of the sins of the world. Моя кровь будет пролита во спасение, искупление грехов всего мира. All of the sins of the world will be put away. И грех всего мира будет убран. Because I've come. Потому что я as the Lamb of God, Агнец Божий, to take away the sins of the world, который возьмет на себя грех мира, and when I have completed the ransom, и когда я совершу работу искупления, and have purged you from your sins, и очищу вас от ваших грехов, then God's going to raise me back from the dead. Бог воскресит меня из мертвых. Hallelujah. Hallelujah. And my blood is going to be a witness. И моя кровь будет свидетельством. And then I'm going to send back the promise of the Father. И затем я пошлю обещанного от Отца. And you are going to be able to be born again. И вы сможете родиться свыше. And I'm going to come back. И я сойду. And if you believe on me, и если вы будете верить в меня, I'll come in you. Я приду в вас. For the first time since Adam and Eve walked out of the garden, I'll be able to come in people. В первый раз с того момента, когда Адам и Ева жили на земле, я смогу жить в людях. He says, that's the plan. Он говорит, вот это план. It's at hand. Оно приблизилось. The time is fulfilled. Время исполнилось. It's at hand. Это уже близко. You hear him talking? Слышите, о чем говорит? It's at hand. Это уже близко. The time is fulfilled. Время исполнилось. The kingdom of God is at hand. Царство Божие приблизилось. When God is going to be able to come in human creatures. Когда Бог сможет жить внутри человека. So. И поэтому. Repent. Покайтесь. Repent. Покайтесь. Repent. Покайтесь. Repent. Покайтесь. Repent. Покайтесь. Yeah. Да. Change your mind. Измените свое мышление. Look. Listen. Посмотрите. Listen. Слушайте. Change. Изменитесь. Change. Изменение. Your religion hasn't worked. Ваша религия не работает. Your bulls and goats haven't worked. Ваши тельцы и козлы не работают. Your sacrifices haven't worked. Ваши жертвы не срабатывают. Your priests with all of their prayers haven't worked. Ваши священники со всех их жертвами не срабатывают. Your religion hasn't worked. Ваша религия недейственна. Repent. Покайтесь. Change. Изменитесь. Change. Изменитесь. The time is fulfilled. Время исполнилось. The kingdom of hand is at the door. Царство Божие близко. But you've got to change. Но вы должны измениться. You've got to give up your old way of coming to God. Вы должны изменить тот способ, которым вы приходите к Богу. They said, what? No, never. Они говорят, нет, что? Никогда. No, 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 no. Нет, 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 нет. We have to bring our bulls and goats. Мы должны приносить тельцов и козлов. Our good priest is waiting to chop their heads off and shed наш the blood. Наш хороший священник ждет, чтобы отрубить им голову. No, 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 no. Нет, нет, нет. We've got to have those sacrifices. Нам необходимы oh, все эти жертвы. We can't even find God if we don't have those bloody sacrifices. Как мы можем прийти к Богу, если у нас не будет этих кровных жертв? The time is fulfilled. Но время исполнилось. That system is ended. Эта система подошла к своему the концу. Kingdom of God is at hand. Царство Божие близко. But you've got to repent. Но вы должны you've покаяться. You've got to be able to give up your religion. Вы должны отказаться от своей религии. It hasn't worked. Она не работает. It's not working now. Она не работает сейчас. You gotta repent. Вы должны покаяться. Hallelujah. Hallelujah. Repent. Покайтесь. Repent. Покайтесь. Oh, we don't want to repent. А мы не хотим каяться.
No, we've always done it this way. Нет, мы всегда делали все так. Мама и папа did it this way. Мои мама и папа делали все именно таким образом. And Sally and Uncle Joe did it this way. И дядюшка Джо делал все именно так. No, we can't do that. We would disgrace our family. Нет, мы не можем измениться. Мы принесем позор нашу семью. We've always done it this way. Мы всегда делали именно так. Look at the beautiful temple. Посмотрите на наш прекрасный храм. Look how pretty our priests are dressed. Посмотрите на красивые одежды нашего священника. We can't change our system. О нет, мы не можем изменить нашу систему. Jesus said the time is fulfilled. Он говорит, время исполнилось. The kingdom of God is at hand. Царство Божие близко. You're going to be paid for. За вас будет заплачено. Not with the blood of bulls and goats. Нет, that hasn't worked. Нет кровью тельцов и козлов, которая не работала. My blood is going to be shed. Моя кровь будет пролита. From the foundation of the world. От основания мира. I'll lay my life down. Я положу свою жизнь. And you will be paid. Your sins will be paid for. И за ваши грехи будет заплачено. You'll be ransomed. За вас вы будете искуплены. You will be reconciled to God. Вы будете примирены с Богом. Without any goats or sheep. Без всяких овец или козлов. Impossible. Невозможно. No goats. Никаких козлов. No bulls. Никаких тельцов. No blood. Никакой крови. No smoke. Никакого дыма. No priest. Никаких священников. Impossible. Это невозможно. Jesus said, repent. Иисус сказал, покайтесь. Repent. Покайтесь. The kingdom of God is at hand. Царство Божие близко. Repent and believe the gospel. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Believe what? Веруйте во что? The gospel. Евангелие. What? Во что? The gospel. Евангелие. What? Во что? Good news. Благую весть. What good news? Во что? Какую благую весть? What good news? Какую благую весть? Oh, the good news that your sins have been paid for. Благую весть, что за ваши грехи заплачено. They've been punished. Они были наказаны. You don't have to be punished. Вам больше не нужно терпеть наказание. The good news. Благая весть. Your sicknesses have been borne. Ваши болезни были понесены. You don't have to be sick. Вам больше не нужно быть больным. By his blood, его кровь. You are saved. Вы были спасены. By his stripes, его ранами. You are healed. Вы были исцелены. Repent. Покайтесь. You don't need a sheep. Вам больше не нужны овцы. You don't need any blood of an animal. Больше не нужны кровь животных. You don't need any smoke in a bucket. Вам больше не нужна эта кадильница с дымом. Huh? Да? You don't need a priest. Вам не нужен священник. I'm your priest. Я ваш священник. The kingdom of God is at hand. Царство Божие близко. Hallelujah. Hallelujah. All you got to do is repent and believe the gospel. Все, что вам нужно, покайтесь и веруйте в Евангелие. Right there, those two little verses, the whole New Testament. В этих двух маленьких стихах весь Новый Завет. Back to my sermon. Я возвращаюсь к своей проповеди. Inspiration. Вдохновение. Jesus, my inspiration. Иисус, мое вдохновение. Until the day he was taken up. До того дня, когда он вознесся. I watch him. Я смотрю на него. I look at him. Я наблюдаю за ним. I see him. Я вижу его. And I behold three things. И я вижу три вещи. He showed me God. Показал мне Бога. I never understood God. Я никогда не понимал Бога. Moses confused me. Моисей только запутал меня. Daniel, I couldn't understand. Даниила я не могу понять. None of the prophets made it simple enough. И никто из пророков не говорил простых вещей. When Jesus came, но когда пришел Иисус, I saw God. Я увидел Бога. I can understand God. Я могу понять Бога. A Hindu said to me, один индус сказал мне, if God is like Jesus, если Бог такой же, как Иисус, He can have my life forever. Я навсегда дам ему свою жизнь. See. Hallelujah. 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 Inspiration. Вдохновение. Jesus comes. Иисус приходит. Until the day he was taken up.
И до того дня, когда он вознесся. I see three things. Я вижу три вещи. I see God. Я вижу Бога. Wow. Wow. Moses never showed me that. Моисей никогда не показывал мне такого Бога. Moses said. Моисей сказал: If you're a leper, you can't even come close to the holy place. Если ты прокаженный, ты даже близко не можешь подойти к святилищу. That wasn't God. Это был не Бог. Moses said, if your nose is big, you're ugly. You can't come in the presence of God. Если у тебя большой нос и ты безобразный, то ты не можешь войти в присутствие Божие. And a hundred other silly things. И множество других глупых вещей. Jesus came. Иисус пришел. There was the leper. И там был прокаженный. Touched him. Он коснулся его. Touched him. Он коснулся Healed его. Он исцелил его. Он исцелил его. And behold, I see God. Вот я вижу Бога. I don't think that naked beggar up there in the tombs was very good looking. Я не думаю, что этот ногой нищий, который жил в гробах, очень-то хорошо выглядел. Ugly. Он был безобразен. Maybe a big nose. Может быть, у него тоже был большой нос. He was ugly. Но он был безобразен. He was no good. Никуда не годился. Jesus comes. Иисус приходит. Hallelujah. Hallelujah. He says that guy will make a good evangelist. Он говорит, из этого получится хороший евангелист. I need him as a messenger. Он нуждается, чтобы быть посланником. I need him as a messenger. Я нуждаюсь в нем как в посланнике. For 10 towns in the Decapolis. 10 городов Декаполис. I need him. Я нуждаюсь в нем. You see, if Jesus had smart people, he would use them. Понимаете? But he don't have any. He just has people like us. У Бога, если бы Бог имел умных людей, он бы их использовал. Но у Бога простые люди, такие как вы и я. Just like us. Такие же, как мы. People that were ugly. Люди, которые выглядят безобразно. Makes them beautiful. Иисус делает их прекрасными. People that were crazy. Люди, которые являются ненормальными. Hey, was it witchcraft when Jesus made the devil come out of that man in the tomb? Когда Иисус изгнал бесов из этого человека, который жил в гробах, было ли это колдовство? No. Нет. Every Orthodox Bible in Ukraine has the story of that crippled man and the devil coming out of him. В каждой православной Библии на Украине есть эта история о том, как Иисус изгнал бесов из этого человека. Yeah. Да. Not witchcraft. Это не колдовство. When this man down here, когда вот этот человек здесь внизу, makes the devil come out of somebody, изгоняет из кого-то бесов, he's not a witch. Он не колдун. He's a Jesus man. Он представитель человека Иисуса. He's a Jesus man. Он человек Иисуса. Аллилуйя! When Jesus came, когда пришел Иисус, I got my eyes open. У меня открылись глаза, and I got inspired. Я стал вдохновлен. Because of three reasons. По трем причинам. He showed me God. Он показал мне Бога. I understood God. Я понял Бога. But, oh, my friends, then. Но, друзья мои, затем, then I understood something far затем, more profound. Я понял что-то намного более глубокое. Jesus showed me, me. Иисус показал мне меня самого. Me. Меня. Me. Меня. What do I mean? Что я имею в виду? Jesus showed me how God can be in human flesh. Иисус показал мне, как Бог может действовать в человеческой плоти. Well, хорошо. After he redeemed me, после того, как он искупил меня, I wasn't a sinner anymore. Я больше не грешник. So God could be in me. И поэтому Бог может жить во мне. Well, if he was in me, если он во мне, wouldn't he act the same way as he did in that other
body of flesh? Как вы думаете, действовал бы он таким же образом, как он действовал в том другом теле плоти? Same. Точно так же. You understand Jesus was born of a virgin. Вы понимаете, что Иисус был рожден от девы. He was different. Он был другой. God, the Bible says, the Word became flesh. И Библия говорит, что Слово стало плотью. God came down here and showed us His idea of people. Бог сошел, чтобы показать нам, в чем заключается Его идея о людях. Everybody else was born of the seed, of human seed. Все остальные были рождены от человеческого семени. You know that. Вы знаете об этом. All the generations, everybody born of human seed. А поколение за поколением все люди были рождены от человеческого семени. So the seed of sin came down through the generations in all of us. И поэтому семя греха через поколение распространилось на всех нас. But when God decided to come to this earth, но когда Бог решил прийти на эту землю, and show us what He's really like, и показал нам, каков он? He had to have a body. Ему необходимо было тело. He said, он сказал, sacrifice and offerings I don't want. Жертвы и приношения я не захотел. Goats and bulls, I don't, I'm tired of it. Тельцы, козлы не угодны мне. But a body has been prepared for me. Но тело было приготовлено для меня. In burnt offering and sacrifice for sin, you have had no pleasure. Всесожжение, жертвы, приношение за грех ты не восхотел. Then said Jesus. Затем сказал Иисус, Lo, I come to do thy will, O God. Вот иду исполнить волю Твою, Боже. In the volume of the book it's written of me. В начале книги записано обо мне. Are you hearing me? Вы слышите меня? God prepared a body. Бог приготовил тело. That body was prepared by a miracle. Это тело было создано благодаря чуду. The same Holy Ghost that comes on people and heals them. Тот же самый Дух Святой, который сходит на людей и исцеляет их. That Holy Ghost came on a virgin called Mary. Сошел на девушку по имени Мария. The Orthodox Church believes this. И православная церковь верит в это. This is not superstition. Это не предрассудок. The Holy Ghost came up on a virgin. Дух Святой сошел на деву. And a seed from God was created in the womb of that virgin. И семя Божие от Духа Святого было сотворено в утробе этой девы. We know that the bloodline comes from the male. Мы знаем, что линия крови происходит от мужчины. This baby, этот ребенок, was born of God. Был рожден от Бога. The seed of God. От Божьего семени. The bloodline, therefore, was divine, no sin. Поэтому линия крови была божественной, в ней не было греха. That's why he was divine. Вот почему он был божествен. But he came as a human. Но он пришел как человек. In flesh, just like you and me. В плоти, так же, как вы и я. His blood was divine. Его кровь была божественной. That was the only difference in us and him. Это единственная разница между мною и им. And that was because after he would show us how God is in a human body. И после того, как он показал, каков Бог в человеческом теле, then he was coming as the Lamb of God to take away our sins. Он пришел как Агнец Божий, чтобы взять на себя грех мира. And he would die for us. И он умер за нас. And shed his blood for us. И пролил свою кровь за нас. That blood is divine. Эта кровь божественна. Hallelujah. Hallelujah. And it will be witnessed in heaven. И она свидетельствует на небесах. And Hebrews says. И послание евреям говорит. That blood on the altar of heaven still testifies for us. Эта кровь на небесном жертвеннике все еще свидетельствует за нас. Divine blood. Божественная кровь. John the Baptist. Иоанн Креститель. He was a prophet ahead of his time. Он был пророком
раньше своего времени. Все эти старые пророки говорили о старых вещах, о которых все говорили. Old John was listening. Но Иоанн слушал. God always has somebody that will pick up his signals. Бог всегда ищет тех, которые восприимчивы к его сигналу. And John shocked the world. Иоанн потряс мир. He saw him. Он увидел его. Oh, hear me, people. Он сказал: слушайте меня, люди. Hey, hey. Behold. Вот. The Lamb of God that takes away the... Который берет на себя. The Lamb of God that takes away the sins of the world. Агнец Божий, который берет на себя грех мира. What a statement! Какое высказывание! Everybody said, let's kill that man. И все сказали, давайте убьем этого человека. He's against our religion. Он против нашей религии. No, we've got our calves and our goats. Нет, у нас есть наши тельцы и наши козлы. And we've got our good priests. И у нас есть наш хороший священник. И у нас есть наш хороший храм. И у священника уже готов топор. И прислужники уже развели огонь, чтобы сжечь эту жертву. А вот этот ненормальный Иоанн, он говорит, Агнец Божий, который возьмет на себя грехи мира, невозможно. And they cut John's head off. И они отрубили голову Иоанна. That's what religion will do to you. Вот что сделает с вами религия. But John was right. Но Иоанн был прав. His eyes were opened. Глаза были открыты у него. Jesus was revealed to him. Иисус был открыт ему. Has he been revealed to you? Был ли он открыт вам? I believe in Jesus. Я верю в Иисуса. I believe in Jesus. Я верю в Иисуса. And I have beheld three things. И я увидел три вещи. When I see Jesus. Когда видел Иисуса. And I see it all the time in that 3.5 years that I have the record of His life. И все эти 3.5 года, которые описывают Его жизнь и служение, я вижу это постоянно. And it constitutes my eternal enthusiasm and inspiration. Поддерживает мой вечный энтузиазм, мое вдохновение. When I see Jesus, когда я вижу Иисуса, I see God. Я вижу Бога. He's good. Он благой. He's merciful. Он милостивый. He's compassionate. Он полон сострадания. He loves people. Он любит людей. He's a healer. Он исцелитель. He's a deliverer. Он освободитель. He saves people. Он спасает людей. He makes demons come out of people. Он изгоняет бесов из людей. I understand God. Я понимаю Бога. My creator. Моего Творца. Wants me well. Wants me well. Он хочет, чтобы я был здоров. And happy. И счастлив. And in peace. И имел мир. And joy. И радость. My God is a happy God. Мой Бог счастливый Бог. I see him when I see Jesus. И я вижу его, когда я вижу Иисуса. Hallelujah. Hallelujah. And number two. Номер два. I behold me. Я вижу самого себя. I say, wow. Я говорю, вау. That's the way God can be in me. Вот таким Бог может быть во мне. I bow at his feet. И я склоняюсь у его ног. Okay, Lord. И я говорю, хорошо, Господь. We have a partnership. Мы партнеры. Give me your spirit. Дай мне свой дух. I'll give you my flesh. И я дам тебе мою плоть. We'll walk together. И мы будем ходить and вместе. Every time a person is born again, и всякий раз, когда человек рождается свыше, the word becomes flesh again. Слово снова становится плотью. Don't forget that. Не забывайте Don't об этом. Forget that. Не забывайте the об этом. The word becomes flesh again. Слово снова становится плотью. Hallelujah. Hallelujah. Because Jesus just showed us how. Потому что Иисус показал нам как. Hallelujah. Hallelujah.
I'm preaching like this. Я проповедую таким образом. Because the Spirit of the Lord is moving through me. Потому что Дух Божий действует Because через the меня. Ukraine is on God's agenda. Потому что Украина в Божьем плане. And like John the Baptist cried in the wilderness. И как Иоанн Креститель кричал в пустыне. I've come to cry on this platform. Я пришел, чтобы взывать на этой платформе. Ukraine. Украина. The kingdom of God is here. Царство Божие здесь. Repent of your religion. Покайся в своей религии. Believe the gospel. Верь в Евангелие. Embrace Jesus. Прими Иисуса. Let him live in you. И пусть жизнь станет новой. Hallelujah. 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 О, давайте поднимем наши руки, будем молиться за нашу страну. Давайте будем взывать Господу. Украина, Украина, услышь слово Господа. Услышь слово Господа. О, земля, 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 услышь слово Господне. Услышь слово Господне. Услышь слово Господне. Именем Иисуса. О, Иисус, откройся нам. Откройся нашей стране. Откройся нам. Откройся нам, Иисус. О, мы отвергаем религию, мы хотим Христа Иисуса, о, мы хотим Бога живого, о, мы не хотим мертвую религию, мы хотим Иисуса, мы хотим Иисуса, о, Иисус, Иисус, о, Иисус, Иисус, о, Иисус, о, Иисус, о, Иисус, о, Иисус, о, Иисус, о, Иисус. О, Иисус! Шила баба боси катабори 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 кетенде, ила макабори амасинда, обори або кабири амалианда макото малианда макия. О, Господ, Господ! О, Иисус, Иисус! О, Иисус, Иисус! О, Иисус, Иисус! О, Иисус, Иисус! О, Иисус! О, ба-ба-ба-бали, катаболи, кетемония! О, Бог благ! Бог благ! Он благой Бог! Он злой Бог! Он жестокий Бог! Он добрый Бог! Он полон любви! Он полон сострадания! Он полон сострадания к людям! О, милосердный Бог! Слава тебе, Господь! Ела бакория боко болья, кирия бокосия, ела боса бако бола бакия болья ндия, мала боко болья босе кенде, я бахо бадья бота барике тая. О, Иисус! О, Иисус! О, Иисус! О, Иисус! О, Иисус! Мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. О, будь прославен. Будь прославен. Братья и сестры, когда доктор Осборн сказал, что мы начинаем понимать Библию глубже, что Библия откроется нам, я не думал, что настолько. Я не знаю, если вы что-то поняли. Но давайте я вам скажу одно предложение. Дело в том, что всякий раз, когда вы читаете Евангелие Иисуса, вы читаете об Иисусе, о жизни Иисуса, оказывается, что этим самым Бог хотел показать нам, каков Он. Очень часто многие задают вопросы сегодня. Почему в Ветхом Завете люди убивали людей? Почему Моисей сказал, что ока за ока? Почему то? Перестаньте беспокоить себя в Ветхом Завете. Давайте посмотрим Иисуса. Он явил нам Бога. Он явил нам Бога. Он явил нам Бога. Он явил нам Бога. Ни Моисей, ни Иисус Навин, ни Илия.
Иисус явил нам Бога. Иисус явил нам Бога. Он явил нам Бога. И слушай, если ты хочешь знать, каков Бог, жестокий Бог или сострадательный Бог, злой Бог или Бог полный любви, добрый Бог или плохой Бог. Только посмотри, покупай себе Евангелие, купи себе Библию, купи себе Евангелие и считай жизнь Иисуса. Люди задают вопросы, почему люди исцеляются в этой церкви? Они говорят, что мы гипнотизеры, харизматические церкви, это какие-то секты. Каков был Иисус? Иисус не мог пройти мимо больного человека. Он сострадал этим человеком, он любил, он исцелял людей, чтобы показать нам, что Бог недоволен, когда эти люди мучаются. Он уже это делал сегодня. Написано, Иисус Христос, Он ходил по всем селенам и по всем городам их, проповедуя Евангелие царства. Иисус не мог стоять на месте спокойно, потому что Его двигала любовь. Любовь Божья двигала Его от места в место, от города в города, от села в село, от другого места в другое место. Его двигала любовь. Он не мог быть равнодушным к судьбе страдающему миру, страдающего мира. Иисус не мог быть равнодушен к нуждающимся, страдающемуся, больному, независимому. Он не мог быть равнодушен. Он ходил с одного города в другой. 3,5 года он не сидел на месте. Он ходил, он страждал. Он ходил, обовсюду, исцелял людей, молился за людей, поднимал людей, обнимал людей, поддерживал людей. И проповедовал Евангелие царства. О, каков Иисус и каков наш Бог. Именно такой мы видим Бога. И ты скажешь, но это был Иисус. Но где, почему вы это делаете? Откуда это сегодня? Братья и сестры, слава Богу, что Он избавит нас от религии мертвой. Христианство это не религия, это жизнь Иисуса. Я сам всю жизнь, я родился в церкви. Я сам ходил в церковь каждый день. Моя мама и папа заставили меня ходить, чтобы ставить свечки. И стоять там, пока, чтобы исполнить ритуал. Я ничего не понимал. Я грешил, я делал все, я не понимал. Я думал, я христианин, потому что моя религия это христианство. Оказывается, что Бог это совсем другое. Оказывается, что то, что мы считали в Библии как история, оказывается, это не история. Эта история должна продолжаться через каждого верующего. Написано, Иисус пришел ради для трех вещей. Первое, чтобы своей жизнью, когда Он проявляет сострадание, чтобы мы видели, что именно таким образом Бог проявляет нам сострадание. Когда Иисус исцеляет людей, именно таким образом Богу плохо, что это человек больной, и таким образом Он хотел его исцелять. Когда Он проповедует людям, именно так Ему так необходимо, чтобы эти люди не попали в ад, чтобы они пришли в Бога, поэтому Он проповедовал, именно это есть сердце Бога. Он явил нам Бога. Это первое. Но во-вторых, написано, Он говорил нам, это величайшее откровение, что Иисус жил таким образом, Он был Богом, но Он решил жить такой обыкновенной плоти, как я и ты, чтобы быть способным быть искушаемым, как мы, чтобы быть способным терпеть боли, как мы, чтобы быть способен иметь такое же чувство, как мы с вами, обыкновенный человек, как мы. Он решил сам быть таким ради чего? Чтобы показать нам, какая должна быть жизнь верующего человека, какой сердце приходит Иисус.
Он говорит, если вы принимаете меня или Бога в ваше сердце, ваша жизнь, считайте жизнь Иисуса, и ваша жизнь должна быть под, жизнь что-то подобное. Вы должны подражать Иисуса, подражать Бога, подражать Его примеры. Вот почему утром была проповедь о том, что Иисус наш модель. Это принцип не хороший, это неправильное слово на русском. Это наш пример. And now he walks about in your feet. Во, молодец. Слышь, он говорит, а теперь Иисус же, то же самое, которое вы приняли в ваше сердце, ходит своими ногами повсюду, по этой земле. Он внутри тебя, ты принял его. Ты носишь Иисуса повсюду. Ты его носишь. Алло. Вот почему, когда мы верующие, мы читаем Библию, мы читаем жизнь Иисуса, оно было дано нам не как историческая книга или библиотеки. Слушай, Библия была дана тебе, Новый Завет был дан тебе, чтобы ты мог посмотреть жизнь Иисуса. Чтобы ты мог сформировать свою жизнь соответственно и подражать его, потому что он в тебе. Ты скажешь, что мне делать? Расскажи кому-то о Боге, о том, что есть рай, есть чудная жизнь с Богом. Это то, что значит Иисус проповедовал. Не надо, чтобы ты взял микрофон и вошел в кафедру. Надо просто, чтобы сказать людям, посмотрите, какой мир я имею, когда я пришел к Богу. Попробуй Иисуса. Что еще мы видели Иисуса делал? Иисус видел нужды людей, потому что он в нас. Что Иисус делал? Иисус страдал. Иисус не говорит, это его проблема. Мы видим его отношения, и мы подражаем его отношения. Мы тоже в нас восстает это сострадание. В нас восстает эта любовь. В нас восстает это сострадание, это жалость к этим людям. И мы хотим молиться за людей. Мы хотим молиться, потому что мы видели, Иисус молился. Он общался с Богом. Он родил с Богом. Он жил свою жизнь. Но слушайте, это даже не то, что меня больше всего поразило. Но то, что меня еще даже больше всего поразило, это научное исследование, которое он говорит. У меня не было таких статистик, что железа, мозговые железа, слушайте внимательно, как я понял, я вам расскажу. Да. Которые... Да, это жилочные пузы, и такой же функция имеет мозг. Мозг, как точно таким же образом, да, как жилочные пузы выделяет, железы, таким же образом наш мозг выделяет и разделяет некоторые, и каким образом, слушайте внимательно, братья и сестры. Оказывается, что когда мы, почему я взял Библию, не надо вам открыть, просто слушайте. Галатам, 5 глава, я всегда считал это место Писания. И я говорю, это хорошо, конечно, нужно подражать это, но не надо просто это подражать, оказывается, слепо. А это то, что происходит, потому что мы должны знать, почему Бог так говорит. Галатам 5, 19 стиха. Написано, дела плоти известны, они суть прелюбодеяния. Это когда люди живут, имеют жену, и имеют любовника и так далее. Прелюбодеяние, блуд. Это когда молодые люди не женаты, живут друг с другом, половой жизнь. Нечистота, непотребность, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласие, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, оказывается, что это постепенная смерть. Потому что твои мозги выделяют химические отрицательные, химические вещества своего тела. И это отравляет твое тело. Бог тебя не создал таким образом. Бог тебя создал целым и здоровым. Но когда мы начинаем практиковать дела плоти, даже то, что даже самое удивительное, там в этом спирщине есть гнев, зависть,
Таким вроде бы безобидные вещи, да? Гнев, зависть, распри, разногласия, раздражение. Оказывается, что это все выделяет. Какие-то химические, ну, как отравления, яд твоего организма. Поэтому тебе 30 лет уже старый такой. Потому что ты уже нагрешил достаточно в миру. Слушайте, слушайте дальше. Слушайте дальше, братья и сестры, слушайте дальше. Слушайте самое интересное. Look at the stuff that comes out of my... Yes! Yeah! Yes! Да. Но послушайте самое интересное, он мне показал. 22 стиха дальше. Когда человек приходит в контакт с Иисусом, написано, что Иисус, во-первых, показал нам Бога, во-вторых, Он показал нам, какая наша жизнь должна быть. После того, как мы приходим в контакт с Богом, мы пришли в контакт с Богом, посмотрите 22 стих, как только что ты приходишь в контакт с Богом, твоя суть меняется. Иисус входит в тебя, и в результате контакта с Богом, твоя жизнь начинает, тебе хочется делать добро. Тебе хочется иметь любовь к всем людям. Тебе хочется радоваться. Тебе хочется иметь мир. Тебе хочется иметь долготерпение. Вы не поняли? Кто когда-нибудь заметил, что когда он пришел к Богу, принял Иисуса по-настоящему в сердце, что люди заметили, что ваша жизнь изменилась. Вы другой как-то, вы стали добрее, вы стали нормальнее, спокойнее. Кто заметил, кто у кого было такое изменение? Во! Потому, слушай. Не надо плакать, не надо смущуметь. Слушайте, просто слушайте. Мне интересно. Это все, оказывается, из-за того, что Божья натура задерживает в себе только эти все вещи. Радость, мир, праведность, долготерпение, you know, любовь и так далее. Это все то, что в Божьей натуре. И это таким образом Он создал нас. Это с такими чувствами, с такими переживаниями, с такими характеристиками Он нас создал. Но когда мы грешим, мы ходим туда-сюда, мы эти вещества убивают эти вещи с нас. Мы становимся хуже не только морально, но и физически. Но когда мы приходим в контакт с Иисусом, возрождается Божья натура в нас. Поэтому, братья и сестры, нам не нужно стараться, чтобы выработать любовь, чтобы выработать радость или мир. Надо просто позволить эту естественную природу проявляться в нас. Что, Господь, я не противлюсь радости Твоей. Я буду радоваться. Вот почему у нас проставление. Многие из нас даже не знаем почему. Поэтому мы не будем противиться любовь к людям. Я не буду противиться. Я хочу любить все. Я буду любить все. И самое интересное, что когда мы позволяем себе подчиняться этим Божьим качествам, что наши мозги реагируют тут же. Выделяют уже здоровье химические вещества. И поэтому, когда человек уже приходит к Богу, кто-нибудь заметит, что у него со здоровьем стало лучше, когда он пришел к Богу? Кто-нибудь заметил? Ваше здоровье начинает улучшаться, когда человек приходит к Богу искренне и честно. Потому что ты начинаешь реагировать и жить в соответствии с этими, ну, его плодами, с этими его характеристиками. И ты начинаешь обнаружить, что даже баптист, даже кто пришел к Богу, любой человек, то он начинает стать более здоровым. Тем более, если другой человек, который полный этими всеми плодами Бога, и он молится за человека, тем более, тогда вообще тебе становится хорошо. Потому что это Божья натура. Божья натура. Божья натура приносит жизнь. Божья натура приносит здоровье. Божья натура приносит мир. Божья натура приносит здоровье, крепость.
Я так благодарен. Хотел встать на колени, просто говорю, слава тебе, Господь. Вы что-нибудь получили сегодня? Но самое главное, послушайте меня, с тех пор, когда вы будете читать свой Новый Завет, свою Библию, я прошу вас во имя Иисуса, начинайте представлять себе, что вот так я должен поступать. Посмотри реакцию Иисуса. Вот так Бог реагирует. Вот так, как Бог думает. Вот так я должен думать. Вот так я должен думать. Вот так я должен говорить. Вот так я должен реагировать. И этим самим твоя жизнь станет проще, твоя жизнь станет добрее, твоя жизнь станет богаче, и жизнь окружающая тебя станет проще, богаче, добрее. Вот то, что мы хотим иметь на Украине. Мы не хотим иметь только курение и каданика и все. Мы хотим иметь Бога, живого, действующего Иисуса. Вот почему Иисус мог любить врагов. Иисус мог молиться за те, которые распяли его. Почему? Потому что в природе Бога нет ненависти. В природе Бога нет раздражения. Даже когда его гвоздили, он был еще жив. Он даже не мог раздражаться. А я не мог это понять раньше. Interpret. If he would have hated them, если бы он их возненавидел, then they could have taken his life. Тогда они могли бы иметь претензии на его жизнь. But he kept sending down nice stuff. Но они могли бы собрать его жизнь. Но его вещества, потому что он любил их, продолжала выработать положительные силы, положительные энергии. И поэтому они не могли иметь доступ к его жизни. Поэтому он сам, его не собрали его жизнь. Он сам просто поэтому сказал, положи свою жизнь за людей, кого он любил. Wow. 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 Oh. Oh, скажи, я хочу быть как Иисус. Я хочу быть как Иисус. Я хочу быть подобен Иисуса. О, Иисус, я хочу быть как Ты, Господь. О, Бог, живи через меня. Живи через меня. Я вижу Твою силу через меня. Я вижу Твою благодать через меня. Я вижу Твою любовь через меня. Я вижу Твою жизнь через меня. Я вижу Твое естество через меня. Твое здоровье через меня. Твою благость через меня. Твою любовь через меня, Господь. Я вижу себя через меня, Господь. Братья и сестры, Иисус хочет. Я вижу себя через вас. Написано, приблизилось Царство Небесное. Покайтесь. Братья и сестры, может быть, здесь есть человек, который еще не покаялся. Свои греха. Может быть, вы пришли первый раз в такую церковь. И вы знаете, что вы еще не поняли Бога. Вы еще имели все время это религиозное понимание. То есть, ты просто, ты не понял, ты не принял Иисуса в твое сердце. Ты не живешь, ты не поздравляешь Иисуса. Ты не стремишься быть как Иисус. Ты не ходишь за Иисусом. Вы первый раз хотите посвятить свою жизнь Иисусу. Подними свою руку, мы будем молиться за тебя. Ради вас видеть. То еще. А? На экране, возле экрана тоже. Если вы там есть, вы ходите сюда ко мне на сцену, мы будем молиться за вас. Давайте, раз, два, три. Те, которые в зале, которые хотя первый раз отдать свою жизнь Богу. Из зала, из фойе, возле экрана, с балкона, на втором этаже. Выходите сюда к нам. Мы будем молиться за вас. Группа прославления. Давайте будем прославлять Господа. Будем славить Иисуса. Он чудный Господь. Сестра София, идите занять ваше место. Приходите, Иисус.
Если до сих пор его кровь продолжает спасать людей, если до сих пор его жертва, она не остается бессмысленной, она все равно спасает. Как много времени прошло, Иисус все тот же, Он призывает вас, Он стучится в ваши сердца, и вы отвечаете Ему, да? Мы так рады, что вы пришли. Слава Господу! Приветствуйте их, братья и сестры! Аллилуйя! Слава Иисусу! И если вы были сегодня на проповеди, мы приветствуем вас. Если вы были сегодня на проповеди, и вы слышали, что Господь делает в нашей жизни, да? Вы знаете, что Иисус, Он пришел для того, чтобы разделить, чтобы эту стену между нами и Богом убрать. Что вы знаете, что грех, Он поставил стену между Богом, Отцом Небесным, да, и человеком. Адам, он допустил роковую ошибку. И после того, как он согрешил, люди были отделены от Бога, были отделены от своего Творца, от своего Создателя. Это была страшная трагедия. Но слава Богу, что в Иисусе нет ничего невозможного, да? Что Господь есть Тот, Который нас примирил с нашим Отцом Небесным. Как Он это сделал? Он взял на Себя наши грехи. Он взял на Себя наши грехи, и Он умер на кресте. И там на кресте остались все наши грехи, все наши болезни, вся наша вина. И мы теперь, после того, как Он умер, был похоронен и воскрес, мы имеем оправдание в Нем. Амен? Воздайте Богу славу, братья и сестры. Слава Иисусу! Аллилуйя! И я хочу, чтобы вы знали, что единственное, что нас разделяет действительно с Богом, это грех. И написано в Писании, что все согрешили, абсолютно каждый человек грешен. Кто-нибудь есть из тех из вас, кто считает, что это не так? Вы знаете, что все грешные люди, вы согласны с этим, да? Я хочу, чтобы мы с вами сейчас сделали одну вещь. Давайте мы преклоним колени свои перед Господом, в присутствии Бога. Станьте, пожалуйста, на колени, давайте мы преклоним с вами колено. И мы будем каяться сейчас. Пойте нам что-нибудь, не очень длинно. Давайте мы преклоним свои головы сейчас, закроем глаза. Я хочу, чтобы вы знали, что Бог, Он на этом месте присутствует. Он слышит вас, Он видит ваши сердца. Закройте свои глаза, пожалуйста, покайтесь перед Господом сейчас. Попросите у Него прощения. Попросите прощения за все грехи, которые есть на вас. Скажите: «Господь, я осознаю, что я грешный человек». Перечислите Ему те грехи, которые мучили вас все это время. Перечислите ту вину, которую вы ощущали все время. Скажите Ему. Скажите Ему, в чем вы неправы.
Своими словами просто попросите прощения у Него. Скажите, я не знала Тебя. Своими словами просто скажите Ему, что я не знала Тебя, я был виноват, так сильно виноват перед Тобой. О, Господь! Что Он слышит вас, и все движения вашего сердца, они Ему видны. Он знает все ваши обиды, Он знает все ваши печали, всю нечистоту, все это видит Он. Попросите у Него прощения. Скажите, я не знал, что можно, оказывается, ходить с Тобой. Я не знал, что есть чистота. Я не знал, что можно жить без греха. Прости меня, Господь. За каждый мой грех прости меня, Иисус. Старайтесь открыть свое сердце. Знаете, что Он умер за вас. Он не стыдился. Когда Его били, когда прибивали Его гвоздями, Он делал это, Он шел на это для того, чтобы ты был спасен сегодня. Для того, чтобы твои грехи были прощены. Подумайте о том, что Он сделал для нас, для каждого из нас. Боже, мы осознаем, что мы несовершенны, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты простил нас, Иисус. Мы знаем, что так много грязи на нас, Иисус. Мы знаем, что так много беззаконий в нашей жизни. Господь, прости нас, Боже, прости нас, Иисус. Прости нас, Господь. Мы знаем, что это наши грехи, они распинали Тебя там, на кресте. Боже, прости нас. Прости нас, Отец Небесный, за Сына Твоего, которого Ты отдал, Господь, чтобы мы были прощены, Иисус. О, Господь. Мы благодарим Тебя за эту кровь Твою, Боже. Прости нас, Господь. Сейчас, пожалуйста, повторите за мной вслух молитву. Пусть никто не отвлекает вас, не смотрите ни на кого. Сосредоточьте свое внимание только на Боге. Закройте свои глаза, чтобы никто вам не мешал. Повторите за мной эти слова вслух. Скажите Ему: Отец Небесный, я благодарю Тебя за эту жертву, которую Ты принес ради меня, за Твоего Сына Иисуса, которого Ты позволил распять, чтобы мои грехи были прощены. Отец, прости меня за каждый мой грех, за то, что я не знал Тебя, за то, что я не ходил за Тобой, но жил своим умом. Я прошу Тебя, очисти сейчас, омой меня кровью Твоего Сына, Иисус. Я открываю мое сердце. И я прошу Тебя, войди в мое сердце. И с этого дня будь моим Господом и моим Спасителем. Я благодарю Тебя, что Ты принял меня и что Ты оправдал меня. Я больше не виновен ни в чем. Я оправдан. Спасибо, Иисус. С этого дня я Твое дитя. Во имя Иисуса Христа. И все скажут: аминь. Воздавайте Богу славу еще. Прославляйтесь за этих людей, пожалуйста, поднимайтесь. Давайте я вам помогу. Поднимайтесь, пожалуйста.